Больше часа генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд общался с украинской делегацией. Какие темы обсуждали? Узнаем у корреспондента ЮЭТВ Юлия Башко. Она на прямой связи из Страсбурга. Юля, известно ли, о чем говорили? Добрый вечер, Станислав. Встреча проходила на самом деле за закрытыми дверями, и по ее окончанию представители постоянной делегации Украины в ПАСЕ выйдя, сказали, что они решили, что все детали, которые обсуждались в комнате переговоров, останутся там. То есть встреча проходила оф рекордс и что произошло за дверями, к сожалению, журналисты в деталях не знают. Как это они объяснили, я предлагаю послушать. Это была очень важная встреча. Мы обменялись мнениями по очень важным вопросам. Мы решили, что все детали остаются в этой комнате. У нас был открытый диалог на разные темы. У меня часто проходят такие диалоги. В последний раз это была французская делегация, немецкая и, конечно же, украинская. Потому что Украина — это одна из важных стран здесь хочу напомнить что встречу инициировал генеральный секретарь совета европы он пригласил украинскую делегацию на эту встречу и э, ожидалось что будут обсуждаться вопросы о дальнейшей судьбе в россии в этой организации о том будет ли страна исключена из-за того что у нее просрочены второй год платежей. и также будет обсуждаться украинский вопрос а именно э, ситуация вокруг азовского моря и керченского пролива Ну, какие еще вопросы обсуждать нам удалось это узнать, я предлагаю послушать. Поднимался вопрос военнопленных и задержанных в Азове и тех, которых Россия удерживает в казематах. Обсуждали, как их можно освободить, и также говорили о стратегических вопросах. В частности, санкциях и вопросах, связанных с украинским языком. Обсуждали образование. Основным, конечно, был вопрос освобождения наших военнопленных и завтрашняя резолюция. Вопрос завтрашней резолюции обсуждается сегодня в пасе целый день. Дело в том, что украинская делегация внесла сразу три поправки в будущую резолюцию. И одна из поправок относится к признанию украинских моряков, признанием за украинскими моряками, которые незаконно удерживаются в России, статуса военнопленных. Это очень важная поправка. и примет ее или отклонит профильный комитет, будет известно только лишь завтра. Политический комитет будет собираться завтра в 9 часов утра по местному времени, как раз перед началом срочных дебатов, которые запланированы на 10 утра. Попросить депутатов в ПАСЕ, чтобы они поддержали резолюцию с поправкой о статусе военнопленных, в ПАСЕ приехали родственники незаконно удерживаемых в России моряков. Это отец Василия Сороки и Сестра Дениса Гриценко. Они обратились к депутатам с просьбой поддержать все эти поправки. Также они провели брифинг, где сообщили о состоянии здоровья всех 24 удерживаемых московских СИЗО украинских моряков. Я напомню, 21 украинских моряк находится в СИЗО Лефортово, и еще трое раненых моряков находятся в СИЗО Матросская тишина, где находится лазарет. И вот совсем недавно стало известно, что раненых моряков будут переводить в Лефортово, однако там нет лазарета и не необходимых условий для оказания медицинской помощи. Я предлагаю послушать, что бы там сказал их адвокат Николай Полозов. На текущий момент российские власти нам до сих пор не представили ни одного официального медицинского документа об их состоянии здоровья. О тех схемах лечения, которые применяются, о тех медикаментах, которые им дают, а также нам неизвестно, какая будет схема реабилитации. Сейчас нам стало известно, что в ближайшее время раненых планируют перевести из лазарета СИЗО матросская тишина в следственный изолятор Лефортово. И встречаясь с депутатами по осе, родственники раздавали вот такие информационные кораблики. Они сделали их собственными руками. Если развернуть эти кораблики, которые в цветах украинского флага, то можно прочитать всю информацию об украинских моряках. Сколько их, как их зовут, какая дата рождения у каждого. И еще самое главное, прочитать подробности инцидента, который произошел 25 ноября прошлого года в Керченском проливе. Так что завтра никто из депутатов не сможет сказать, что они не знают о ситуации вокруг Азовского моря и Керченского пролива. Студия. Спасибо тебе за подробности, корреспондент ЮАТВ Юлия Башко со Страсбурга, с подробностями встречи Генсека Совета Европы с украинской делегацией.